не устояла и сходила в магазин Фикс Прайс. Там уже есть новогодняя коллекция. Мне очень хотелось посмотреть, что в этом году, чего только нет, чего только там не привезли. Ходишь, и не хочется покупать ничего лишнего. Хочется купить только то, что нужно, и то, что такое, ну, более-менее хорошее, красивое, да. Ну, как более-менее, вообще хорошее. Вообще, я шла за коробками. Уже увидела, девочки, некоторые видеоблогеры выставляют коробочки. Мне достались, причем зеленые вот еще есть, а красная была всего одна. Такие новогодние коробочки. А остальные там тоже с тематикой такой интересный фиолетовенький какие-то есть. Но вот именно вот зеленые есть, вот такие новогодние тоже. Тут елочки, такая новогодняя коллекция оформлена по-новогоднему. Но вот красная с оленями вообще была одна коробка. Ну, может быть, будут докладывать, они же там выкладывают еще периодически. Вот. Вот сейчас покажу, что купила. И начну я с коробочек. То, что вот зачем и пошла. Вот смотрите, какая коробочка. Отлично. Во-первых, качество очень хорошее. Такие они очень такие плотные. Оформлены очень шикарно. Может быть, даже я еще пойду и еще, если будут выкладывать, куплю. Вот мы, в принципе, я шла как. Вот у меня племянница, я в племяннице буду собирать подарок. Ну, пусть ей вот будет такой красивый красный. И еще на свой, для своих подписчиков у меня будет обязательно конкурс к Рождеству. На Рождество принято дарить подарки. И вот одному из моих подписчиков вот в такой коробочке тоже я буду собирать. Если может быть, вот мне хочется вообще две таких, то если будет, еще куплю вот такой, может быть, в такой. Ну, в общем, для племянницы, для моего подписчика одного буду собирать подарок для нее и для него. Вот. На Рождество обязательно следите, будет конкурс. Вне зависимости, там, не привязанный к количеству подписчиков и чему-то еще, а именно на праздник. Так, вот такой петушка я купила. Ну, все, скорее, это племянница будет. В общем, я собираю уже подарки. Прошлась там подарков очень таких вот маленьких, чего только нет, и корочки, и там, и петушки всякие, ангелочки. Вот понравился мне такой петушок я купила. И вот, смотрите, очень понравился. Даже всего скорее я пойду и еще куплю. Это вот такая елочная игрушка, ангелочек. Смотрите, какая прелесть. Хорошо, что он еще очень устойчиво стоит. Уже видела видео у одного тоже блогера. Вот посмотрела и побежала. Посмотрела у Елены, она хотела. Ходила тоже в Фикс Прайс, там накупила всяких коробочек, всяких так мелочей, вот в частности такого ангела. И она сделала такое предложение, с которым я тоже хочу поделиться. Мне оно очень понравилось. На Новый год гости, и у каждого гостя как бы подарочек ему около прибора поставить вот такого ангелочка. Вот, я просто купила посмотреть, действительно, очень красиво, очень качественно, приятненький такой, улыбчивый, вот. Так что, уж в воскресенье завтра я оставлю для себя, а в понедельник рядом с работой у меня тоже есть Фикс Прайс, зайду и куплю еще таких. Еще я купила вот такого снеговика, он, так, зажигается. Надо посмотреть вообще там, как он работает. Так, он должен гореть. Вот. Интересно только как. Вот. Ладно, потом разберусь, когда открою. Такого снеговичка. Вот, купила. Тоже мне понравилось. Ну, так чисто вот кому-то подарить. Вот. И себе купила. Ну, может, не себе, но, во всяком случае, мне хотелось для печенья.
вот печенье или пряники сделать на Рождество и Новый год. Может, даже со своей племяшкой будем заниматься. Такие формочки для печенья в виде елочки. Еще в виде сапожка есть такие же вот формочки. Вот пока все, Самое главное, достались коробочки, которые я буду собирать подарки. Ангелочек, конечно, понравился. Да вообще все понравилось, иначе бы не купила. А, вот почему интересно, вот снеговика, кстати, я не проверила в магазине, как он должен зажигаться. Так, тут ничего не написано. Светильник новогодний, 9 сантиметров. Так, а вот он вот так просто вытаскивается. Все-все-все, поняла я. О! Ну, это мои племяшки, конечно. Ой, всякими цветами, фиолетовым, красным, желтым. Замечательно. Ну, вот, видно вам, наверное, да? Так, ну давайте его отключим. Вот так вот, так, такие подарочки. А, подождите, его ведь можно вешать еще. Он тут вешается, о! В общем, это можно еще как игрушку использовать. Замечательно. Вот. Ну что, всего доброго. Надеюсь, вы тоже сходите в Fix Price. Там очень много сейчас, пока выбор есть. Очень такого много новогоднего, красивого. Вот. Так что воспользуйтесь, не ждите Нового года конца, когда будет все разобрано. Сходите и посмотрите. Или что-нибудь купите себе, приобретите. Всем пока-пока. Не забудьте подписаться на канал. И еще напоминаю, скоро будет конкурс. Следите за конкурсом. Пока-пока.